Ромка, друзья, сегодня будет достаточно оригинальный и необычный контент. Вообще прям, наверное, совсем необычный, потому что это карта в стиле второго Варкрафта, с балансом второго Варкрафта, но в третьем Варкрафте. Здесь только есть две расы, это Альянс и Орки, как в втором Варкрафте, соответственно, вся экономика, юниты и все-все-все, что есть, как из второго Варкрафта. Даже мелочи, вроде, например, там выбора юнитов, как видите, все в квадратиках, а не кругах, как в третьем Варкрафте, да? Поэтому, да, специально для вас решил поэкспериментировать, сделать что-то такое одноразовое, как всегда. Поэтому надеюсь на вашу поддержку в виде лайков и комментариев, особенно от аудов, которые играли во второй Варкрафт. Мой батя всегда мне говорил, что третий Варкрафт это какая-то фигня. А вот второй Варкрафт это нормальная игра. Ну, потому что он играл во второй Варкрафт, а третий Варкрафт не играл. Так всегда, когда для тебя что-то ностальгирующее, это ностальгирующее всегда лучше, чем все новое. Как-то так. К сожалению, лично для меня эта карта работает только на графике Warcraft 3 Reforged, то есть на новой графике, а не на классической графике. Но, тем не менее, это смотрибельно, потому что в отличие от Warcraft 3 Reforged графики, здесь оно выглядит все нормально. То есть основная проблема Reforged графики заключается в том, что абсолютно непонятно, что где находится. Юниты сливаются, выглядит неорганично, и видно, что эту графику не делали для RTS. Но здесь в стилистике второго Warcraft, где маленькие деревья, где немного по-другому все выглядит, и при этом меньшее количество разнообразия юнитов, легче понимать разнообразие юнитов, и они больше отличаются друг от друга. Как раз именно в этом стиле и поработали разработчики этой карты. Ссылка на нее, если что, я оставлю в описании и в закрепленном комменте. Может быть, захотите поиграть, чисто поностальгировать, побалдеть и так далее. Да, как-то так. Карта, она только одна такая. Очень много золотых шахт на ней. Очень много проходов. Дерево очень быстро заканчивается. Поглядим, как оно будет, кто играет конкретно. Каспар играет за Орду играет Кхинару, я Вандербраун играю за Альянс. Один игрок вылетел, поэтому не смог играть, но Reforged. С другой стороны, Андрон играет за Орков, за Альянс играет Эндейк и за Орду играет Тиамос. То есть, грубо говоря, два игрока за Альянс и четыре игрока за Орду. Как-то так. В принципе, пойдет порядок. На каждой базе у каждого игрока есть две золотые шахты. Я лично никогда не играл во второй Warcraft, поэтому без понятия, как работает баланс. Но тут в золотую шахту может заходить неограниченное количество рабочих и таким образом добывать золото. Ну, собственно, некоторые начинают уже укрепляться. Сам игровой процесс во втором Warcraft невероятно медленный. Я плохо развиваюсь. Но да, надо как бы желательно построить вторую ратушу, чтобы золото добывать. Специально решил поставить башню для того, чтобы как-то защититься на проходе, потому что проход на базу только один. Казармы, чтобы как-то защищаться. Некоторые игроки уже делают боевых юнитов. Кузницу даже сделал разнообразных юнитов. Заказывают бугаев. Пока самое начало матча нет боевых действий, немного ускорюсь для того, чтобы как-то не наблюдать за всем крайне медленно. Ну, как бы, просто некоторые игроки делают бугаев, пока что никто агрессивно не начинает играть. Более-менее все спокойно. Лучников заказываю. Есть что, баланс тут достаточно асимметричный. Точнее, наоборот, ну, как бы, похожий. То есть, грубо говоря, тролли такие же по силе, как бугаи. Мечники такие же по силе, как бугаи. Но, с другой стороны, как бы, есть много уникальных штук. Там, например, тут рыцари-паладины крутые очень у Альянса, а у Орды огры с Бладвастом. А Орды говорят, что вроде как Орда-имба во втором Варкрафте. Как по факту не знаю, потому что, опять же, я не играл. Играл мой только мой батя, а мой батя в балансе ничего не шарит. Он просто говорит, что второй Варкрафт лучше и все. О, уже агрессивно начинает играть Эндейк, он отправляет пехотинцев. Тут прикол в том, что у рабочих всего 30 здоровья. А пехотинцы достаточно быстро атакуют, у них атака 2-9, поэтому рабочих они реально быстро могут забрать. И вот пытается построить новую ратушу. Бугаи, если что, есть, как видите, по балансу, по характеристикам они абсолютно одинаковые. Ну и, собственно, Эндейк раньше начал атаковать, поэтому тут выигрывают. Там тролль появился. Тролля тоже можно будет забрать, у него всего 40 здоровья, его единственное преимущество, что он стреляет, он там куча улучшений для троллей. Ну, вряд ли он отменит ратушу, наверное, зря он атакует дом вождей.
вторую ратушу до сих пор не строю, есть пачка лучников. Прям серьезно такую защиту, даже стенку из ферм ставлю по красоте. Пачку бугаёв и троллей, ставят также башни, чтобы защитить следующую ратушу. Пока что никто... А, нет, вот уже Тиамос, смотрите, активно. Уже прям Т2 сделал, прокачал. Уже ратушу прокачал до следующего тира. Экономика у него будет здоровь, конечно же. Тут же пока тоже с одной только ратушей играет. Пехотинцев заказал, вернулся обратно, ратушу не смог отменить. Потихоньку прокачиваемся. Больше рабочих. Очень большие проблемы с деревом всегда. Тут нет никаких улучшений для того, чтобы быстрее добывать дерево. Поэтому всегда проблемы с этим ресурсом. Просто всегда, всегда, всегда. 200 лимита максимум. Вроде как каждый юнит занимает один лимит. Прям как Age of Empires какой-то. Ратушу решил дополнительно поставить эндайк. Я ставлю дополнительную ратушу. Пока что больше никто в этом плане не спешит. Т2 заказывает Гондрия. Да, к дополнительную казарму ставят. Ратушу также дополнительную ставят. Уже почти сделал. Ничего себе. Кхинару, зеленый игрок, решил напасть на Каспара. Каспар, кстати, башни не прокачал. Тут перед тем, как башни стреляли, нужно их улучшить. Прямо как башни у Альянса. Поэтому это, по сути, просто сейчас разведывательные башни. В итоге, да, он отступает здесь, потому что явно ничем хорошим для него это абсолютно не закончится. Вообще. Нормальная такая добыча золота. Лучников немного сделал, две казармы. Скоро будет вторая казарма. Ладно, давайте уж так тогда. Ну, реально, графика Reforged здесь выглядит порядок. Ну, как бы порядок. Жаловаться не на что. Мне она лично не особо импонирует, но юниты хотя бы четко различаются друг от друга. Не сливаются, как в классическом Reforged, поэтому тут видно, что мододелы сильно постарались для того, чтобы сделать ее более уникальной. И, конечно же, вид зданий прикольный очень. Из второго Варкрафта это очень круто выглядит. Ратуша. Ну, кстати, если что, повербиудит здания можно, для того, чтобы быстрее они появлялись. Т2. Планируют наверх идти эндейк. Ну и скоро... просто мимо проходит. И это не видит синий игрок, Тиамос. Да, слишком маленький обзор у юнитов, как вы видите. Нет, свинку убили, кабан! Кабан да будет мстить. Здания очень крепкие в этой игре. Ну, сравнительно. Поэтому долго будет уничтожать. Армии вообще у Тиамоса вообще нет, между прочим. На самом деле, если бы тут в рабочих зашел бы эндейк, а не атаковал бы казарму, он там очень много чего убил бы. Потому что армии просто нет. Там одна казарма и только рабочие. Башни нет, ничего нет. Так что если бы здесь эндейк сейчас зашел бы вперед, то, конечно же, там просто слишком много всего погибло бы. Гондрия. Ратушу дополнительную не построил. До сих пор, видимо, с одной базы до сих пор играет. Кхинару пытается. Андрон выходит на шахту. Если укреп район сделал. Башни также вдоль ставлю. Хотя тут есть типа каменные... горы, через которые нельзя пройти. Ох, фига, смотрите, казармы строят для того, чтобы повербюдить. Ну, для того, чтобы стенка была. Ну, к рабочим будут проходить. Юнитов категорически не хватает. Неужели тут Тиамос сейчас будет сильно страдать? Рабочие тоненькие, они умирают от чего угодно. Тут у Тиамоса есть неиронический шанс как-то сильно ослабнуть. Казарм пытается еще делать. Казарм вообще нет. То есть он строит казарм, а здание... Очень медленно строится. Очень медленно. Низкий темп игры. Громадное количество рабочих тут теряет Тиамос. И дальше будет становиться только хуже и хуже и хуже и хуже. То есть у Тиамоса есть неироничный здесь шанс просто умереть. Ну, башня прокачалась теперь. И башня будет постепенно убивать юнитов. То есть сейчас цель как можно больше... Или башню убить, или рабочих как можно больше убить. А он как бы атакует казарму. Не хватает контроля здесь прямо сейчас эндейку. А было бы неплохо. Ну да, очень много пехотинцев уже погибло, пытаются ремонтировать, но количество рабочих, потерявших, которых Тиамос потерял, это просто же... подошла баллиста, и она быстро здание будет выносить. Но там казармы уже готовы. Но одна казарма скоро умрет, своего же юнита убил. Башню уничтожил, между прочим. И одна казарма будет потихоньку падать. Работяги вышли на бой. Кстати, работяги быстро атакуют, на самом деле. Нифига себе. И баллиста по своим бьет, поэтому она своих же убивает. И баллисту сейчас убьет. Тиамос отчаянно пытается выжить, спасти казарму. Сейчас выйдет Бугай. И, судя по всему, Тиамос отбивается. Ценой большого количества рабочих, но отбивается.
жить как-то можно. Армии дополнительного эндайка нет. Он только сейчас заказывает новых юнитов. Поэтому жить можно, порядок. Тем временем Кхинару собирается атаковать меня. Катапультой бить потихоньку. Катапульта прям... Я помню, как я немного поныл. Типа, давай как мужчина сражайся, чё ты, иди на башни мои. Но он умно играет, конечно же. Кхинару играет очень умно. Просто ну, зачем идти на башни, если можно башни на дистанции уничтожать. Все абсолютно правильно. Пауэрбилдит ратушу. Пытается... Ну, как бы три ратуши, еще больше рабочих будет строиться. Новые казармы. Лучниками пытаясь разобраться с катапультой, но она очень толстая. 110 здоровья, это реально много. Больше лучников теряю. Ой, тем временем фиолетовый атакует Кхинару. То есть в спину. Кхинару атакует, Кхинара из-за этого отступает. Оставил он только катапульту, троллями возвращается обратно. Ратушу сейчас уничтожит, дополнительные ратуши. Нет, дополнительную ратушу, кстати, еще у себя Каспар делает Гондрия. Потихоньку. Багулины, связанные с лесом. Это классический баг, вот смотрите, видите. От лица игрока надо смотреть для того, чтобы этот баг пропадал. Баги рефоржда. Графики рефоржда имеется в виду. Ну, вроде как отбиваемся, юнитов толком нет, фиолетовый отступает, даже ратушу не убил. Интересно, почему? Пожалел, видимо. Синий потихоньку отстраивается, армию делает эндейк. Оранжевый строит кучу башен. Ну, красиво уничтоженные башни здесь. Это руины, прям здания, которые не пропадают, а нет, пропадают, смотрите, со временем. Ну, катапульта стреляет. Работяги, капец, посмотрите. Катапульта какой-то невозможно огромное количество урона наносит. Гондрия сделал дирижабы для того, чтобы заняться разведкой. Грамотные решения, безусловно. Готов вкалывать. Башня, 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 башня. Больше башен. Ратушу при этом не ставят. Кстати, если что, тут у некоторых можно прорубиться до противника. Например, вот здесь. Вот тут есть проход до базы противника. Но я так понял, тут только как бы специально сделано так, чтобы у тебя контакт был только... А, ну хотя тут тоже можно прорубиться. Но даже сколько рубиться надо? И нет армии для того, чтобы справиться с этой катапультой. Она потихоньку разносит. Но юни очень медленно делаются. Вот сейчас делаем лучников. Делаю тир 3 тем временем. Делаю ветролет. Это дирижабль. Чисто для разведки. Экономика нормальная. Тиамоса даже больше, хотя у него армия есть. Ладно, примерно равные лимиты. Гондрия воюет с Каспаром. Фига, смотрите, профессионально играет Гондрия. Ну, Гондрия неплохой игрок в Warcraft 3. Стопил катапульту, видели? Киберспортсмерно. Киберспортивно, то есть. Делает агров, агров можно улучшить. Также прокачивает армию активно. Да, Т3 делает. Вот Т3 как раз поставит Ogre Maw. Точнее, Ogre Mount он сможет прокачать Bloodlust. Ну, точнее, сделать из огров огров магов. Это важно, чтобы они могли использовать на себя жажду крови. Оп, рыцарь появился. Рыцарь. Хоть и медленно, но выносит катапульту. Катапульта прямо под себя стрелять не может. Пол хп просто с одного выстрела. Жуть. Ну ничего, сейчас рыцари пойдут и будет как бы попроще немного. Да, это уже три казармы. Все играют на этой карте там первый или максимум второй раз, поэтому много кто не понимает, что делать. И много кто не помнит баланс второго Варкрафта, тем более, что это не совсем второй Варкрафт, да. Это просто карта Варкрафт 3 с балансом второго Варкрафта, не более того. Ну вот, наконец-то рыцарь вышел. Бедная женщина. Или это мужчина? Нет, это женщина должна быть. Нет, это мужик. Я думал, что эльфийская лучница — это мужчина. Это так даже лучше. Капа. На наш город напали. Здесь нельзя строить. Делает агров. Outer of Storm. Можно будет деснайтов делать. Рыцари смерти со способностями. У Альянса же в противорез рыцари смерти маги. У них, типа, как бы разные абсолютно способности, но как бы у всех есть там урон по площади, у всех есть какие-то бафы, дебафы и так далее. Ну, например, рыцарь смерти может скелетов поднять, а там Альянс может там в овечку превратить, например, оппонента или замедлять оппонента. Но в любом случае, как бы, в основном пользуются только уроном по площади.
В большинстве своем. Ветролет летает, они не стреляют абсолютно. Хочется выйти уже на эту шахту, видимо, это я и планирую. Тут шахту дополнительно строит Андрон. Он не знает, что можно повербюдить. Башню построил Эндейк, защищается потихоньку. Казармы больше сделать явно не хватает этого. Т3 делает. Ну, Тиамос явно шарит, как играть. Видно, что он шарил за второй Warcraft. Логров мага прокачивают. У него видно, что экономика есть. По лимиту он вырывается вперед. У него уже саризная армия. Он сейчас планирует атаку. У него почти максимальные грейды. 2-2 максимальные, если что. Ну, тут как бы разобьется эта атака, конечно же. Но это лишь начало. Тем более, что это бугаи. А бугаи это слабо на фоне агров. Тем более агров под жаждой крови. Вот там почти дорубились друг другу. Лол. Кемару. Базы у него толком нет. Строю башни для того, чтобы немного укрепиться. Т3. Скоро будут огромаги. С огромагами он потом прокачает жажду крови. И будет нормально. Порядочно, я бы сказал бы. Лес быстро заканчивается, как видите. Ну, то есть, тебе имеется вот этот родной лес. Есть, конечно, где его добывать. Леса на карте много. Но в любом случае, как бы, лес... Такое чувство, что быстро вырубается. Видимо, во втором Варкрафте было абсолютно то же самое, я так предполагаю. Слушай, у зеленого вообще нет экономики. 25 крестьян, очень мало, все на золоте. Дерево он вообще не добывает. Слабая очень экономика у Хинару, явно чувствует он себя не очень комфортно. Тем временем там начинает воевать Эндейк против Тиамоса. Тиамос прокачал, конец огров, огров магов. Пока что это ничего не значит, потому что у них не прокачан Bloodlust. Но зато они круче выглядят. Начинается борьба. Как бы в целом он уничтожил армию Эндейка. У Эндейка только две казармы, слишком мало. Поэтому он сейчас легкая цель будет. Церковь, там можно будет рыцари прокачать паладинов. Чтобы у них появилось лечение. Просвет по карте. Достаточно полезная штука. Ставим ратушу, поврибюжу. Также башни вокруг, на всякий случай ради защиты. Очень много троллей. Ну и Тиамос потихоньку пробивает Эндейка. Армии очень мало. Эндейку явно нужно тут побольше построить казарм. Просто не хватает дерева. Очень мало. Такое чувство, что он рабочих перестал делать. Да. У меня такое чувство, что тут как бы как в Старкрафте. Если ты перестал делать рабочих, ты нубас. Ну вот, я не делаю рабочих, я нубас. Но я скоро это исправлю. Наверное. Я надеюсь, потому что, ну как бы, вроде как и много у меня рабочих на дереве. Ну хотя у меня дерево нормально, видимо, поэтому... Полиморф прокачиваю для того, чтобы маги могли превращать врага в полиморф. Оно стоит 200 маны из 250, зато полиморф вечен. Мне кажется, это не особо выгодно, если честно. Потому что ты тратишь всю ману, после чего маг бесполезен. И ты превращаешь только одного юнита. Ну, может быть, против драконов каких-то это выгодно. И да, тут есть драконы, а у Альянса грифоны. Мощный летающий юнит, который бьют по площади. Но очень дорогие при этом. Очень дорогие. Там, в 2-3 раза дороже любого юнита. Ну да, огромаги с Bloodlust'ом увеличивают урон, и они сейчас будут просто все изничтожать на своем пути. У Эндейка большие проблемы. Нет армии, нет защиты никакой, у него более того золотые шахты закончились. Поэтому да, забирает здесь спокойно эту базу. Гондрия видит, что Синий вышел на эту позицию, у Гондрии есть проблемы. Более того, тут они почти уже дошли друг до друга. Пока еще не видно, но скоро уже заметят. Скоро уже будет эта точка проблемы. Я тем временем строю башни на севере своей дополнительной базы. И думаю, может быть, на Андрона пойти. Потому что я с ним никогда не воевал. Более того, тут повезло, что один игрок вылетел. Поэтому подо мной есть шахта. Ну, как пустая база с полными шахтами. Шахты на основной базе очень маленькие сравнительно. Ну, вы сами посмотрите. Здесь 45 тысяч золота. На центральных шахтах 200 тысяч золота. 45 тысяч, 200 тысяч. Но, тем не менее, это ресурсы, которые можно... Легко защищать достаточно. О, драконов сделали. Башни массово строят, потому что видят, что дорубили. Драконы очень дорогие. Они бьют по площади, но стреляют медленно. И при этом, что немаловажно, как бы легко умирают от любого стреляющего урона. То есть от той же башни. Сами видите, да? Но большая пачка драконов, конечно, изничтожает по площади армию. Но... Башню они будут медленно уничтожать. Ну, как бы это невыгодно по экономике. Дракон невыгодно разменивается. Да, проигрывает Эндейк. ГГ пишет. Эндейк. Вполне закономерное поражение. Слишком мало казарм. Но Тиамос слишком хорошо катает. Явно он тут шарит, как катать.
Это победитель, кстати, если я не ошибаюсь. Все карты это море, если я ничего не путаю. Поэтому человек, видимо, шарит, как играть в эту игру. Ну, вроде как, у Гондри есть слишком большая армия для того, чтобы просто по-быстрому умирать. Поэтому он пока жить будет. Армию катапульт сделал. Много... О, да, выхожу уже на эту нижнюю территорию. Тут башни ставлю. Ну, для того, чтобы не было неожиданного какого-то наступления. Захватывает еще одну шахту. Здесь Тиамос. Это центральные шахты, самые сочные и приятные. Тут золото все закончилось абсолютно. Планирует Хинару как-то выйти также на центральную шахту. У него золото еще есть, но оно очень быстро закончится. Урон катапультом увеличивается, учитывая, что Хинару большой фанат катапульт, для него это будет в радость. И он сейчас атакует меня. Наверное, это все-таки большая ошибка. Два вида башен есть, обыкновенная стреляющая и орудийная. Это, наверное, большая ошибка для него, потому что у него армии почти нет, а у меня армия паладинов. И, понятное дело, армия паладинов без шансов вынесет. Вот такой вот Blizzard есть у магов. Он работает как Blizzard у Архимага в классическом третьем Warcraft, один в один, только меньше урона. Зато магов может быть много, и его может быть много Blizzard'ов, соответственно. Харас экономики. Не, ну золото харасить драконами, это прям омега приятно. Сколько у меня золота? 10 тысяч, нормально, порядок. Еще ратушу строим, тут башни, небольшое количество. Новую армию будет делать. Надо много казарм, нужно там 20 казарм делать реально. Потому что юнит очень медленно строится. Неплохая застройка у Кинару, но у него армия закончилась. Зря он атаковал. Как бы он тут явно сейчас умирает, к сожалению, для него. Ну, как бы у меня неплохая позиция. Рядом со мной толком никого нет. У Тиамоса тоже крепкая позиция. Соседа он убил. Две центральные шахты контролируют. То есть у него просто огромнейшее количество золота. Гондриан тем временем делает лимит драконов. Тут также лимит... Блин, офигеть, сколько золота на это потратил Андрон. Просто. Каждый дракон стоит 2500. Нереальное количество ресурсов потратил. И при этом строиться будет фиг знает сколько. Тут фиолетовый подошел, и меня это напугало, поэтому я вижу, что зеленый, в принципе, мертв. Но нужно как-то вернуться и с фиолетовым разобраться. Фиолетовый фиг знает, куда пошел. Паладины по боевым характеристикам соответствуют, собственно, огромагам. Но у огромага есть Бладласт, который увеличивает урон. Кстати, тут немного казуальненький Бладласт, в том плане, что в классическом втором Варкрафте, из того, что я знаю... О, атака пошла. Нужно вручную, то есть вручную прожимать Bloodlust на каждого юнита автоматически. Вручную на каждого юнита. А тут можно автокаст поставить. Поэтому немного чуть проще играть, чем во второй Warcraft. Но все еще, конечно, тяжело, потому что в идеале, повторюсь, в идеале, лучше всего вручную прокликивать, для того, чтобы перед боем сделать Bloodlust, а не во время боя. Потому что автоматически во время боя, перед боем он делать не будет, только во время боя, когда враг в непосредственной близости. Ну, судя по всему, Гондрия тоже умирает. У него рабочих не осталось, юнитов толком нет. Ну, Тиамос слишком силен, конечно. Это позволит ему выйти на эту шахту. Фельдетовый решил пойти на Гондрию, потому что понял, что со мной не справится. И таким образом он, по сути, помогает Гондрии. Но Гондрия уже по большей части мертв. У него абсолютно ничего не осталось. Тиамос, конечно, машина, выносит всех своих соседей. Тем временем нужно добивать зеленого. У зеленого тоже толком ничего нету. К Хинару 14 юнитов осталось. Надо просто добить. Гондрия сдается. ГГ. То есть Тиамос вынес двух своих соседей. Так можно и пользоваться Близзардом для того, чтобы здание выносить. Тоже достаточно приятно. Но все равно медленно. Решено, надо донести зеленого для того, чтобы спокойно поставить здесь базу. Две центральные шахты, это то, что нужно. Андрон тем временем начал с Тиамосом воевать. Это вроде как Тиамос пошел в атаку. Это, видимо, разведка боем знаменитая. Ну, это работает, потому что тролли не могут, конечно же, с аграми справиться, если нет какого-то прикрытия. Тролли это хорошая поддержка, если они стоят сзади и атакуют, не более того. Время тут грифоны, маги, пачку магов хочется сделать. Заказываются также рыцари. Казарм мало, тут вроде как 6 казарм получается, я насчитал, может быть даже меньше. 1 2 3 4 5 6, да, 6 казарм надо больше. И Андрона прогоняет по сути с этой базы, хотя нет, Тиамос все-таки ушел, поэтому судя по всему пока пожить он может.
Гондрия ливнул. Не, Гондрия все еще в игре. Но это вопрос времени. У него просто уже нет шансов здесь. Доношу я тем временем к Хинару. Гондрия левая, да. В итоге осталось 4 игрока по большей части. Фиолетовый и оранжевый в своих боках. У оранжевого все золото закончилось. Он пытается выйти на новое золото. Для того, чтобы там добывать ресурсы. Повербилдит дом вождей. Ну, вроде как порядочек, порядочек пока что. Но видно два, как бы, ключевых фаворитов на победу. Это Тиамос и игрок в красных труселях. А фиолетовый и оранжевый, ну, они могут, собственно, как бы эту чашу весов в чью-либо сторону перевесить. Ну, или как-то перехватить инициативу какой-то решительной или мощной атакой. Но у Тиамоса 3 шахты. Это очень мощно, у него очень много золота. С другой стороны, у меня пока что только одна шахта, я хотел выйти на вторую. А, у меня снизу есть шахта еще, ладно, но не быстро закончится. То есть, типа, это не 200 тысяч. В этой каждой шахте в 4 раза меньше золота, чем у каждого. Чем в центральных шахтах. То есть, оно золото ресурсом значительно быстрее заканчиваются. Ну, в 4 раза быстрее буквально. Даже чуть-чуть выше, чуть-чуть быстрее. Потому что 45 тысяч против 200 тысяч, ну вы понимаете. Каспар хочет немного атаковать, но армия слишком маленькая. Слишком маленькая армия. Кстати, да, вот это вот прикольная очень способность есть у паладинов. У них есть просвет, как у форсира, только без перезарядки. То есть можно всю карту буквально просветить, чем я прямо сейчас занимаюсь. Вот, просвет вражеской базы устроил. Тут просвет, там просвет. Все увидел. Увидел, что тут игрок мертв. Ну и как бы делаю соответствующие выводы, что синий игрок опасен. Синий игрок опасен. Это основной фаворит на победу. И с ним что-то нужно делать. Дальше просвет продолжается. Где-то, где непонятно. Мейн просветил, наверное. Тиамос спрашивает, где фиолетовый. Видимо, пришло время мсти. Ну, я знаю, что фиолетовый сверху слева. Если он спросил, где фиолетовый, скорее всего, он будет идти бить фиолетового. И с этим нужно что-то сделать. Или пойти подрезать экономику. Да. Или пойти как-то помогать фиолетовому. Потому что смерть фиолетового меня не особо интересует. Потому что дополнительная какая-то противоборствующая сторона. Нифига тут башен настроил. Много очень магов. Больше магических башен делаю, казармы дополнительные построил, также делаю авиарии для того, чтобы в Грифону выйти. Пока что я их не делаю никогда, поэтому без понятия, насколько они сильны. В принципе, я вообще в первый раз играю на этой карте. Еще один раз я играл за орков, но мы там поиграли 20 минут и ливнули. И вот впервые играю за Альянс, поэтому для меня все впервые абсолютно, я все тестирую впервые. Как и большинство игроков на этой карте, в принципе. Никогда не играл во второй Warcraft, я говорю. Напоминает вообще по геймплею, конечно, StarCraft. Куча баз, куча юнитов, куча ресурсов, очень много мультитаска. Чисто StarCraftик. Что неплохо, но лично мне StarCraft не особо нравится. Мне как раз нравится Warcraft тем, что он очень сильно сконцентрирован вокруг небольших армий и небольшой экономики. Это очень круто. Набеля лично. Че, просвет где-то использую или что? Что так поднимается, как будто, ну ладно. Отбился в итоге фиолетовый, но потерял шахту. Кстати, ветра дам использовал. Ветра это очень сильная способность у Death Knight, у рыцарей смерти. Просто пол хп у армии может вынести. А, он просто поднимается. Окей. Нижние шахты потихоньку заканчиваются, то, о чем я говорил. Там уже больше половины золота было добыто с той позиции. 200 лимита, офигеть, это что, у Тиамоса 200 лимита? А, нет, он просто домики построил на 200 лимита. У Андрона 50 лимита, у Каспара 15 лимита, Тиамон 128, 136, Вандербраун. То есть, типа, опять же, даже по лимитам мы видим, кто тут основные претенденты на победу и, в принципе, на инициативу. Накладывают вручную Бладласт, о чем я говорил, перед боем. Надо пытаться как-то пробить, потому что если он убьет фиолетового, то весь север карты будет его, и он может на эту шахту претендовать. Сделал я просвет, вижу, что... атакует, я понимаю, что это шанс, нужно или помочь фиолетовому, потому что этот атака с двух сторон будет, по сути, или попытаться как-то вот рыцарь смерти, кстати.
где там маги. Вот маги, вот грифоны. Рыцари смерти, конечно, достаточно забавно. Или да, в спину атакуют, помогать. Вандер, помоги, говорит Андрон. А где ты воюешь, оранжевый? Да вроде не воюют. Да. Каспару тоже не хочу давать шаг. Ну, типа, я не хочу, чтобы Каспар эту шахту добывал. Ну и вот, собственно, Харашу. Да, ну вот это классический StarCraft. Очень уязвимые рабочие. В итоге забегаю, чтобы убить рабочих. Но вручную не контролю, и как бы по автомату он агрессирует на... Юнит агрессирует на военных юнитов, а не на экономических. Да-да-да. Ну что, тут зеленого донесли уже полностью, абсолютно до конца. Золото добывается. Эта шахта заканчивается. Тут 10 тысяч золотых монет, что в реалиях второго Варкрафта мало, потому что рабочие 100 золотых тащат. Но вы сами видите, как быстро золото заканчивается. Ну и, собственно, да. В стиле Старкрафта Харасси тут везде армия есть подготовлена у Тиамоса, поэтому просто так рабочих не убить. Юниты невероятно быстро умирают, супер тоненькие они здесь в этом режиме, безусловно. Ждем приказаний. Ждем приказаний. Ждем приказаний. Этот грузинский акцент, конечно, вах-вах. В английской озвучке дворфы всегда говорят, ну не только в Варкрафте, это в принципе стереотип, знаете, что дворфы говорят шотландским акцентом. Ну, потому что горцы, все дела. Поэтому в российской локализации сделали грузины, потому что тоже горцы. Для тех, кто не понимает, почему именно грузины. Фига, тут, конечно, башня закрывает проход, пытаясь ее уничтожить, для того, чтобы можно было пройти. Очень много грифонов. Армия солидна, 158 лимита у меня, у Андрона 48, Каспар 11, Тиамо 180, 181, евпатикова, брат, просто. Ратушу пытается сделать, я это вижу, да, это я вижу. Какая-то соответствующая реакция от меня, может быть, будет. Просвет вижу, что тут армия. Ну, соответственно, как бы, в любом случае, надо харасить как-то, что-то придумывать. В теории можно, кстати, рабочим Близзардом отсюда использовать сюда и сюда, может быть, так я и захочу сделать. Потому что мага как-то веду. Что они вообще тут забыли? Что тут рабочий забыл? Запутался в управлении, так сказать. Да-да-да, Blizzard. Чисто харас. Вообще-то неплохая идея, конечно. Если это делать неожиданно, так что враг не ожидал. Но рабочих нормально так погибает. Понимаете, как бы? Для того, чтобы построить рабочих, нужно время. Порядочно так их погибло здесь. Нас атакуют. Че, время? Ядри тут он настроил огров магов. Тут маги каким-то образом оказались. Да, превращение полиморф вечный. То есть он всегда работает. Решил, что 12 казарм у меня там. Я помню. Решил еще 12 казарм в другом месте построить. Потому что юниты, все правильно говорит Андрон, очень медленно заказываются, поэтому нужно превращать количество в качество, строить тупо много казарм. Потому что иначе... Сколько золота он на это потратил? 3, 6, 7, 7, 21, 21 и 2500. Давайте я посчитаю, у меня калькулятор тут. 2500 умножить на 21. Это 52 500. 52 500. Нормально. Я тут, конечно, прилетели грифоны. Ну, тут 12 грифонов, такая серьезная пачка. Заодно решил посмотреть, насколько они сильны. Там есть тролли. И, как видите, тролли легко с ними справляются. Но троллей мало. 3, 5. 5 троллей против 12 грифонов. В теории грифоны должны победить. А урон по почте, как вы сами видите. Ну, да. Как бы 12 грифонов победили 5 троллей. В принципе, стандартная тема. Лучники. Если что, грифоны могут и своих атаковать, как и драконы. То есть там урон по площади вроде как командный, в теории.
Не хватает лимита. У тебя мост этим временем 140, он только что много юнитов потерял. Но у него много ратуш, точнее много казарм, он в теории быстро все заказывает, заказывает троллей для того, чтобы как-то воевать. В теории он может рыцарями смерти убивать грифонов, вот, собственно, рыцари смерти и есть. И они кастуют ветра, и вот ветра, конечно, это просто жесть, сами видите, да? Кастер в этой игре абсолютно безумный. Это полная жесть, просто, ну, минус пачка за секунду. И рыцари сейчас то же самое. Прикол в том, что этими ветрами нельзя управлять, то есть ты их кастуешь, и потом они автоматически как-то двигаются. Но в любом случае, вот эти вот ветра, это просто безумная тема. Оп, тут планируется также атака. На самом деле защита маленькая, поэтому вот эта вот пачка паладинов может всех рабочих поубивать. Вполне вероятно, по крайней мере. Твои грифоны тоже. А, это я. Тему стрим слушает, и я сказал, что это... Ну, это пофиг, на самом деле, на этой карте. Это абсолютно не важно, если что. На тему того, что, типа, я говорю, ветра какие-то broken. А он говорит, твои грифоны тоже. Ну, не знаю, не знаю. Драконы, в принципе, такие же по силе, как грифоны, один в один. А он их не делает. Ну, там нормально такая стая драконов, где посреди эту стаю драконов. Мощно. Ну, кстати, если что, тут экономику поломали. Ратушу убили, рабочих убили. 100 тысяч золота это будет здесь, если что. 110 тысяч золота. Со всех сторон пытаясь атаковать. Тут тоже всех рабочих убил, тут всех рабочих убил. То есть я уже понял, что это игра про экономику. И если убивать добычу золота, то это сильно ударит по Тиамосу. У него, конечно, гигантский запас ресурсов, просто неограниченный. У меня, в принципе, тоже много ресурсов. У него одна шахта только осталась, она скоро закончится. Тут ратушу убил тоже, тут мало золота. Ну, по сути, его нет. Но тут на этих двух шахтах проконтролировал сильно оппонента. Фиолетовый тут золото не добывает. С двух шахт оранжевый добывает золото. Поэтому ему и хватает на драконов. Ему больше производящих зданий сделать, для того, чтобы больше драконов было. Ну, у Андрона, конечно, чиловый контент. Тут реально красный и синий воюют. Только должно быть наоборот. Красная Орда и синий Альянс. Но у нас все перепутали. Лучники сзади. Бладласт как-то воруют, я так понимаю. Это, наверное, паладины могут воровать заклинания. Ну да, конечно, лучники под Бладластом. Это мое уважение. Ну, тут пробиваемся потихоньку, на самом деле. Но будет дальше сложнее, скорее всего. Но выглядит так, как будто, что мы пробиваемся. У Тиамоса мало лимита. У меня много лимита. Но производящий юнит, ну, типа, этот юнит застревает. Медленно идут, в то время как тут производящие юниты побыстрее подходят. Казар маловато, такое чувство у Тиамоса. Как будто мало казарм. Золотая шахта тут скоро закончится. Надо выйти на следующую шахту куда-то. Опять пачка грифонов. Ой, сейчас будет больно, конечно. Это прям серьезная пачка грифонов. Да. Это больно. Чей молот укрепит нашу веру? Это подрывник тут взорвался, я так понимаю. Вы поняли, чей молот укрепит нашу веру? И чью веру, интересно. Вот если я верю в макронного монстра, он тоже мою веру укреплять будет? Так. Скелетов зачем-то вынимает. На автокасте просто скелеты стоят. Ой, начинаю... Просто минус армия за секунду. Да, эти ветра нормальная тема, сами видите. Тем временем, что тут происходит, кстати, тут строят? Куча дирижаблей сделал. Ветра, если что, своим юнитам тоже урон наносит, поэтому надо быть поаккуратнее и не попадать на них в идеале. Ну да. Но тут армия большая, самое главное, мы не даем добывать золото. Добыча золота полностью прекратилась у Тиамоса. У него 100 тысяч золота запас. Поэтому есть вокруг чего играть. Тут золото контролирую. Карту пытаемся как-то... Ядрит там пачка драконов, посмотрите на это. Да. Тяжеловато, конечно. Привел рабочих, видимо, тут ратушу собираюсь ставить. Золото добывать. Что у нас по золоту? Тут золото закончилось, кстати. Тут у меня последняя шахта осталась. У меня осталась последняя шахта. С золотом тоже могут начаться потенциально проблемы. С другой стороны, эта шахта еще большая. Там 120 тысяч золотых монет. Поэтому вроде как порядок.
по крайней мере, пока что. Ой, и Рыцари Смерти тоже заказывают. Ну, Рыцари Смерти с ветрами это то, что, конечно, дает такой сильный фундамент для игры Орде. То есть ветра это прям супер мощно. Ой, тут... Стая драконов просто прилетела. Нет, эти рабочие должны были на эту золотую шахту прийти. Но что-то пошло не по плану. Ну да, такая пачка драконов, это выглядит невероятно страшно. Непонятно, что с этим делать. У меня в основном паладины. У меня ничего не стреляет почти. Грифонов для того, чтобы справиться с ними, нет. Но, с другой стороны, там башня вокруг по ним стреляет. Грифоны что-то пытаются стрелять. Магов пытаюсь вернуть обратно, потому что это единственное, что у меня стреляет. И, может быть, Близзардами как-то можно справиться. Или полиморфы на них массово использовать. Полиморфы-то вечные. Возможно, это как раз тот самый момент. Но в любом случае, по экономике, то, что сейчас делают драконы, это не оправдывается. Им нужно срочно башню убивать. Маги отчаянно пытаются вернуться обратно, но пасфайдинг, конечно, страдает. Что-то еще можно сказать. О, ратуша все-таки строится здесь. Капец, просто стая зеленых драконов, реально. И паладины еще страдают, башни умирают. Если бы он еще вот эту вот шахту мне убил бы, единственную мою, было бы совсем больно. 150 лимита у меня, у Тиамоса 70, тоже страдает. Каспар, Андран. Андран 70 лимита, ну это драконы, все, это очень дорогой лимит. Но они все в одной пачке, маги подходят, может быть, Близзардом как-то смогу попасть. У него там замедление, Близзард, полиморф, есть огненный шар. И, собственно, я решил посмотреть, что такое огненный шар, и оказалось, что огненный шар бьет по площади. И я понял, что у меня есть способность такая же, как ветра по имбов. Это, конечно, имба полная. Что-то на уровне ветров по силе, конечно. И ну маги, конечно, по крайней мере, на этой карте полная имба. Просто что ветра, что огненный шар. При том, что... Прикол в том, что ветра наносят урон продолжительно. То есть, грубо говоря, как бы ты можешь один раз сделать ветра, и условный дракон умрет от одного ветра. А фаербол не убивает один. Потому что фаербол ты используешь один раз, он проходит. Но с другой стороны, он зато на верочку ты можешь прицелиться, конечно. Так что обе способности, конечно, абсолютно выглядят broken. Тем временем планируется атака какая-то. У Тиамоса сколько ресурсов? У Тиамоса 80 тысяч золота. Он так-то может еще армию отстраивать ему. У него есть пачка рыцарей смерти. То есть, может быть, еще что-то сможет придумать. Вот снизу подходит как раз. Пачку подрывников сделал Андрон. Капец, весь лес вырубил на севере от своей основной базы. Но есть тут еще лес. Огром магии, рыцари смерти. В принципе, у Диамоса есть какая-то армия. У меня армия не особо больше. 20 лимита разница вообще. Так, и еще снизу атакуют. Тут проблема в том, что тут лес у меня добывают. Золото закончилось, но лес добывают. Так. Отбивает. Ну я не вру, действительно отбивается. Моя атака заглохла. Защиты здесь никакой нет. Меня грифоны снесли. Ну, действительно, грифоны его сильно напрягают. Но он ничего не делает против грифонов. У него рыцари смерти должны с ними что-то сделать. А он поднимает скелетов, которые не атакуют воздух. Ну, не на автокасте стоят, надо просто вручную автокаст снимать. О, это Койл был. А, Койл тоже по почте бьет. Это Койл аналогичен фаербол. То есть у него есть и ветра, и Койл. Это Койл был, если что. Или это не Койл был. Ну, короче, в любом случае, да, вы сами. Короче, кастер имба. Все, понятно. Кастер имба. Что рыцарь смерти, что маг. Нас атакуют. Ну, рыцарь смерти круче выглядит. Я считаю, что это важное преимущество. Посмотрите на это лицо просто. Это и я, когда просыпаюсь с утра. И надо идти выгуливать собаку. Что он там строит? А, новые казармы для того, чтобы армию строить. У него армия подрывников есть. Ну, успеет ли он это среагировать? Да, строит просто подрывников. Скелетами пытаются в бою пойти. Скелеты очень долго служат. Поэтому реально можно поднимать армию скелетов. С этой золотой шахты меня снесли. Поэтому Тиамос может на нее вернуться. У Тиамоса 100 лимита. У меня 130. Каспар 0. А, я понял. Там просто парочку рыцарей отправил. Они все сделали. У Андрона тем временем 47. И у него продолжается заказ зеленых драконов. Но лучше бы он, конечно, гнезда драконов побольше просто сделал. Чтобы не 3 здания, а 6, например. У меня вроде так, у меня вроде 6 авиариев, если я не ошибаюсь. Раз, два, три, четыре,
5, 6, да, 6 на VR. Ну что ж. Возможно, я потерял эту шахту, но не хочу давать возможность здесь добывать. Тимоса 100 лимита. Тимосу очень важно выйти на эту шахту, потому что у него золото потихоньку заканчивается. Он что, дерево перестал добывать? На наш город напали. У него все дерево закончилось. Да, у него перестал, он перестал добывать дерево. Так-то это плохо. У него ноль дерева. У меня экономика нарушена. Ну, у меня золото добывается, дерево добывается. Ну, короче, жить можно. У меня нормальная ситуация. У меня золото запас маленький, в отличие от Тиамоса. Но у Тиамоса золото заканчивается, плюс дерева нет. И из-за отсутствия дерева ему нужно что-то придумать. Ему нужно строить рабочих каких-то или что-то еще. Ну, то есть ему нужно выходить на добычу дерева. Полностью без дерева вообще нельзя. Под древняками пытаются тут что-то сделать. Пытается все-таки зелень. Но вообще, на самом деле, можно призывать скелетов, они бесплатные. Можно призывать скелетов. И куда моделька скелета? Оранжевый. Пытается под древняками что-то сделать, но они не взрываются. Там, наверное, нужно вручную приказывать им взрываться. Ух, кошмар. Скелетики слабенькие, у них 40 здоровья, но это бесплатный юнит, и он наносит урон. То есть, что еще с него взять? Бесплатно наносит урон, это же балдеж просто. А, есть, кстати, во, поставил шахту. Нужно больше рабочих на дерево. Он добывает вообще дерево? Он начал добывать дерево. Да, конечно, на подобных играх не хватает клавиши F2, как в StarCraft, выбор всех боевых юнитов. Когда у тебя 100 боевых юнитов, контрольная группа из 12 юнитов одновременно, а тут именно такая группа. То есть ты максимум 12 юнитов можешь выбрать. Это слишком мало, конечно. Все хотят убить фиолетового. Тоже Сиди отправил сюда Тиамос. Небольшую армию. Грифоны разбираются здесь. Оранжевого прогнал с этой золотой шахты. У него все еще есть здесь золотая шахта. У Тиамоса явная проблема. Он рыцарь смерти потихоньку начинает делать. Решил приняться. Ну, то что нужна золотая шахта. Тут золотая шахта... Она есть, но хочется вторую золотую шахту, на всякий пожарный. Поэтому да, атакую снизу для того, чтобы золото себе забрать. Тем временем на эту шахту нужно выходить Тиамосу и активнее добывать ресурсы. Нужно на всех шахтах заказывать рабочих. На всех ратушах, на всех домах вождей заказывать рабочих. Вот, смотрите, бугаев начинает заказывать, потому что дерева не хватает. Огры маги стоят дерево, а бугаи не стоят дерево. Ну, бугаи это деньги на ветер, я считаю. Слишком слабый юнит сейчас уже. А фиолетово до конца уходит. Каспар говорит, я сам ушел. Это намек на то, что не его уничтожили, а он сам вышел. Все правильно. Все правильно. Не поспоришь. Рабочий пришел строить дом вождей, но паладин объяснил, что это некрасиво. Ветра поднимаются. Ветра тут, как всегда, все убивают. Но главное, самому не умереть от своих ветров. Нет! Friendly fire. О, нет. Ладно, да. Что-то пошло не по плану. Что-то явно пошло не по плану. Грифонов много. Тиамос 80 лимита, у меня 130. Андрон 32. Но Тиамосу нужно срочно отстраиваться. У него явно тут начинаются проблемы. А синие атакуют оранжевого. Ну это зря, конечно. Он меня уничтожил. Дипломатия пошла. И забрал все шахты. Не, ну имеется в виду, я не вру. Я говорю, что вот эту вот шахту у меня отжали. Вот эту вот шахту у меня отжали. И эту шахту я не смог забрать. Но я лукавлю. Я, конечно, лукавлю. Но я, типа, таким образом объясняю, почему я оранжевую шахту забрал. Ну это дипломатия, гайз. Дипломатия, понимаете? Ну да, конечно, синий сейчас совершает стратегическую ошибку. Абсолютно неправильно, я считаю. Ему не нужно выносить оранжевого, но это мы сейчас со стороны все видим. А когда ты игрок, тебе меньше понятно, что происходит. Много хаоса. Ну да, правильно тут было бы, конечно, договориться синему и оранжевому. Ну, не трогать друг друга. Просто не трогать друг друга и таким образом совместно воевать против меня. Мы договорились без союзов, но с пактами не нападений. То есть можно договариваться не трогать друг друга и все. На этом можно, на этом весь контакт заканчивается. Так, ну что ж, единственная золотая шахта у оранжевого уничтожена. И капец, конечно, маги мало урона наносят с руки. Еле-еле выносят одного агромага.
Опять же, отправляя там кого-то. Синими пытаются пробить что-то красного. Конечно, в узком проходе легко защищаться. Это баллисты какие-то появились у меня. Зачем я построил баллисты? Не знаю, по приколу, наверное. Так, ну и на Харас побежали, на Харас. Нужно убивать рабочих. Тут Ратуш тоже пытается построить. Тут, типа, скрипя душой, но отбились. Надо по воде там только пройти. Юнитов мало осталось. Это баллисты сейчас. Там баллисты все повыносят. Ну да, и Синий пришел убивать Андрана. Прям сильно пошел убивать Андрана. Сможет ли он отбиться? Вопрос достаточно риторический. 130 на 90. Разница большая. Андрон пишет ГГ, но не сдается. У него все еще заказ просто из 21 дракона с 3 зданий. Что, конечно же, полная катастрофа. Баллистами можно попытаться как-то здание пробить по-быстрому. Очень маленькая армия. Надо баллистам сюда стрелять. Но стенка сейчас закончится. Мне, конечно, красивая это юнит баллиста. Ну, визуально прекрасно выглядит просто. И вообще, на самом деле, они очень сильные. Если ими грамотно пользоваться, видно, что они какой-то нереальный урон наносят. Если бы они смогли тут отойти, чтобы отсюда стрелять, пока паладин их прикрывает, было бы красиво. Сверху Синий пытается что-то сделать. Ну что, Синий отбился. Точнее, Синий не смог добить оранжевого до конца. Оранжевый кое-как живет. У него даже фортресс есть. То есть он может построить рабочего, наверное. И у него даже ресурсы есть какие-то. Он может базу новую построить. Грифоны прилетели на помощь. Непобедимо. Так, оранжевый живет. У него заказ драконов есть. Блин, я так ору с этого. О, нет, опять ветра. Ох, больно это смотреть. Нет, нет, опять все грифоны умерли. Такой дорогой юнит. Просто катастрофа. Привет. О, нормально. Тут нет армии абсолютного Тиамоса. Он сейчас потеряет многих рабочих. У Тиамоса нет лимита вообще. Ну да, это все уже конец Тиамоса. У него закончилось золото, и у него нет лимита. Я думаю, это конец Тиамоса уже, да. Как говорится, it was a nice try, bro. It was a nice try. На Синий явно. Уже Бугаев строит, но Бугаев сильно уступает рыцарям по боевым характеристикам и огромагам в том числе. Не атакуй, пожалуйста. Так. Тут доносится до конца. Синий пытается как-то отбиться, но его конец — это вопрос времени. Потому что у него золото почти не добывается. Тут рабочий умирает, как видите, один паладин много работы сделал. Рыцарь без проблем убивает. Тиамос сдается, остается только я и мой основной конкурент Андрон. У Андрона 20 лимита, это так-то рыцарь смерти и дракон. Один дракон, или у него еще где-то есть. Год дуэль, я говорю. Драконы есть, сколько у него драконов? Ветра, го, немного. У него 2 дракона получается, да? 3 дракона. 8 драконов? А где он 8 драконов нашел? А, вон еще сверху есть. Окей, у него нормально такая стая зеленых драконов. Немного это. Я тут выбираю, немного рыцарей беру, немного грифонов. И пошли на бой. Последний бой этого мира. Драконы убивают бедных паладинов. Паладины, матерясь, требуют, чтобы драконы спустились вниз. Драконы смеются над глупостью людей. Ну, грифоны полные. По площади, кстати, не бьют. По воздуху не те, не те. Имеется тут по площади в воздухе. Тут битва продолжается. Дракон отчаянно пытается выжить. Ну и понимая, что ситуация безнадежная, Вандербраун сдается, дает победу Андрону. Как видите, Андрон выбран золотом. И оранжевый цвет победил. Драконий мир оказался сильней. Оранжевый цвет самый красивый цвет, поэтому он и победил. Я поэтому решил сдаться. Ну, поздравляем с победой Андрона. Достойно сыграно, очень много драконов. Кастомка, конечно, забавная. Играть в нее мы больше не будем. Ладно, ну, на самом деле, просто слишком однообразно, но на один раз сойдет. И чисто поностальгировать, если вы играли во второй Warcraft, тоже сойдет. Сделано неплохо. Интересно. Поэтому жаловаться абсолютно не на что.
Как-то так. Спасибо большое, что были со мной. Жду ваши комментарии и лайки. Всем до встречи и удачи.